Друзья, привет! Наконец-то мы снова вернулись в строй, снова начинаем готовить. И сегодня приготовим один из самых вкуснейших языков говяжьих. Нам понадобится язык говяжий, который мы сразу же отправляем на 15 минут, 15-20 минут в воду, чтобы он немножко вымок. Дальше нам потребуется лук, морковка. По половинке мы тут лавровый лист, чеснок, ну и специи. Сейчас ждем, пока вымачивается, и продолжим. Пока у нас язык вымачивается, мы поделимся с вами вот такими средствами. Наш друг Надежда прислала нам посылочку перед Новым годом. Очень долго мы не могли по семейным обстоятельствам заснять и вообще самим попробовать, но сейчас уже попробовали и хотим порекомендовать. Вот жироудалитель, средство для чистки ванной комнаты, Вася, как всегда, молодец. Средство для мытья зеркал, там пластик еще, стекла, и средство для мытья посуды. Посмотрим, ну и сейчас попробуем, покажем. Теперь поделимся жироудалителем. Посмотрим. Проблема у многих это вот как раз вот эта вот каемка, допустим, на крышках. Так, сейчас. Вот так вот. Да. Давай внутрь тоже. Даем полежать 30 секунд. Прошло, наверное, секунд 30, ну, около минуты пускай будет. Единственное, что это средство щиплет руки. Да. Поэтому перчатки. Лучше работать в перчатках. Уже сразу, я только взяла крышку, уже вся грязь вот осталась на перчатках. Теперь смотрите. Весь этот жир. Посмотрите, какая красота. Все снимается. Просто прелесть. Да. Смотри, как чисто сразу крышка. Угу. Ну а теперь посмотрим результат. Посмотрите, вы видели сами, какая была крышка. Вот что делает это средство. Мы рекомендуем, да, это реально работает шикарно. Причем смотри, он даже налет с крышки убирает. Угу. Вернемся к языку. Значит, поменяли воду и теперь ставим на огонь, ждем закипания, и после закипания ждем часик, пока язык варится. А пока он варится, мы с вами продолжим тестировать средство. Теперь на ванной комнате проверим вот это средство. Убирает налет. Посмотрим сейчас, как будет блестеть хром. Ну и посмотрим, как он избавится вот здесь от рыжика. Ну вот, смотрите, и ржавчинку убрала, и посуднела. Да, посуднела. Ну и теперь посмотрим эффект. Ну вот видно, сейчас еще мокрая, но белого налета такого, как от воды, остается. Его нету. Ну, а теперь попробуем вот такое средство для пластика, зеркал, стекол. Видели в моих роликах восстановление УАЗ Патриота.
И вот как раз с него детальки. Они не особо чистые. И сейчас мы посмотрим, как это средство самые грязные места, это вот как раз воздуховоды от печки. Сейчас перевернем ее. Упала. Так, ну и подождем немножко. Вот смотрите, уже вот грязь какая. Ну давайте сейчас протрем и посмотрим. Так, вот она, смотрите, какая прямо. Вот сейчас я. Вон видно, течет вот. Отъедает всю грязь. Сейчас мы возьмем, попробуем смыть. Ну да, вон. Ну, после высыхания будет видно. Шикарные средства. Ссылочку мы оставим в описании. Надежды, у нее можно все это дело заказать. Там и другие есть средства. Спасибо, Надежда, за такой подарочек. Нам понравилось. Да, очень. Переложили язык в другую кастрюлю. Заливаем кипятком. Идеально. Угу. И теперь сразу же мы в горячую воду отправляем по луковице, морковку, чеснок, специи и лавровый лист. Все. И теперь еще час он у нас будет после закипания вариться. Язык сварился. Охладили его в холодной в воде, и теперь нам нужно снять с него вот эту вот штучку, кожу с языка. Да, тяжело снимается. Ну как-то да. Самый кайф снимать. Почистили язык и отрезаем вот это вот у него. Штуку. Это да. Бусюня. Иди попробуй. Все, пришло. Вот так, ну скажи. Мяско пробуем, да? Мяско как пробует она. Ну какое вкусное. Все, теперь мы этот язык убираем обратно и даем ему еще настояться минут 20 в этом бульоне. Теперь достаем красивый горячий язык.
делаем разрез. Вот такой вот сочный. Ну-ка. Какой он нежный. Горячий же. Попробуй. Угу. Просто сказка. Это лучший, наверное, рецепт приготовления языка. Во-первых, он насыщенный, сочный и очень вкусный. И кто-то еще прибежал. Да? На запахе. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на наш канал. Пока-пока. Пока.